Сегодня мы проводим профессиональный турнир по смешанным единоборствам. По правилам профи, профессиональных турниров мало проходит, а это достаточно плохо для развития именно этой версии. Мы решили хотя бы раз в год проводить. Сейчас проводим в честь юбилея нашего клуба, нашей организации «КАРС» трехлетия. Сегодня будут выступать в основном дебютанты. Почему опять же так решили? Потому что думаем, что нужно молодым давать дорогу. Будет сегодня 9 пар, и сегодня еще будет одна пара по профессиональному К1. Почему так решили? Потому что мы помимо смешанных единоборств развиваем в том числе профессиональный К1, кикбоксинг К1. Также в главном бою будут встречаться достаточно опытный боец Шахрат Хадженепесов и дебютант именно по профессионалам Максим Расулов. Формат боя 2 раунда по 5 минут. Канун Нового года наша организация решила провести такой замечательный турнир. Здесь участники с нашей команды тоже участвуют. Ребята молодые, то есть они сейчас в этих турнирах, многие молодые перспективные ребята, сейчас проверяют себя в таких турнирах, как в дальнейшем идти более профессиональный уровень. Сейчас проводится турнир тоже по профессиональному, но ребята начинающие. В клубе есть очень хорошие ребята, хорошие, успешные, перспективные. Там Аслан, Левон Амбацарян, Шахрат, Касым. Я им желаю успехов в дальнейшем, чтобы было только победа.